Ahojte, dobrý deň, nachádzame sa v 365 Gyme v Trnave a vedľa mňa už stojí úžasná, skvelá Elizaveta Mukminová. Ja sa s ňou budem rozprávať po slovensky, ona mi bude odpovedať po rusky a nebudem nič rozumieť, takže dúfam, že aspoň vy áno. Ahoj Elizaveta, v prvom rade ti ďakujem veľmi pekne, že si prišla. A povedz mi, prečo si vlastne prišla? Всем привет! Большой привет из России. Я сюда приехала по приглашению EstLabs Словакия, что для меня является большой честью. Мне очень приятно здесь находиться. И спасибо вам, что пригласили меня. Я скажу однозначно, что в Словакии девочки очень красивые. Девочки интересуются фитнес-бикини не меньше, чем в России. И всегда приятно находиться в кругу единомышленников, в кругу тех, кто любит фитнес и спорт и красоту. Елизавета, последняя вещь, которая меня заинтересовала, тогда не же бы сима вяз не заинтересовала, але мамы мало часу. А как это вызрело твою соревновательную карьеру? Увидим тебя ещё некогда на подию? Ближайших планов на соревновательную деятельность у меня нет. Но я думаю, что через год вы увидите меня на сцене. Будет это Elite Pro, либо это будут любители. У меня еще есть время подумать, я не решила. Но вы об этом узнаете. Ďakujem ti veľmi pekne, Elizaveta, za rozhovor, za to, že si prišla. Dúfam, že sa uvidíme, že ťa uvidím na súťažnom pódiu. Keď mi Igor preloží tvoju odpoveď, budem vedieť, či áno alebo nie. Prajem ti šťastnú cestu späť domov do Ruska a ako vravím, dúfam, že sa znova vidíme. Snaď na kempe. Čau. Čau. Ja som Saskia Cakoci, toto bola Elizaveta Mukminová, za kamerou Igor Kopček, Stano Hricko. A toto je 365 Gym a koniec nášho Bikini Fitness Campu. Čaute.